Новое покрытие. На ремонт дорог в Армавире выделили еще 100 миллионов рублей. Чистые берега. Волонтеры убирают мусор на реке Кубань. Что, где, когда. В Армавире прошел зональный этап высшей юношеской лиги интеллектуальной игры. Смотрите новости по будням в 19:00, повтор в 6 утра, в 6:30 и в 12:30, а также в любое время на сайте городармавир.ру и в аккаунте «Город Армавир» в Инстаграме.